Для того, чтобы сделать шпоночный паз, нужно сделать оправку. Оправка похожа на гвоздь, который имеет толщину 20 мм и длину сантиметров 5. Я поискал вокруг, из чего бы ее можно было изготовить, и нашел вот такую замечательную вещь. В магазине Home Depot стоит $7. Это часть буксировочного устройства для прицепа. Диаметр резьбы 1 дюйм. То есть для моих целей замечательно подходит. Сейчас мне нужно отрезать лишнее и, наверное, содрать как можно больше хрома, чтобы не портить резцы. Специально для этой цели купил болгарку. А то все есть, а болгарки нет. Как же так? Самую дешевую за $30. $10 000 оборотов. 5,5 ампер. Что означает примерно 600 ватт. Интересно, зачем вот эта вот шершавая штука? Thank you.
закончили изготовление оправки для развертки шпоночного паза. Это будет следующим образом. Мы будем вставлять оправку в нашу деталь, а затем вот такой разверткой на 5 мм будем делать шпоночный паз. Понятно, что для этого понадобится несколько проходов, наверное, 5. В общем, такой шпоночный паз мне еще делать не приходилось, поэтому будет интересно. Смазываем. Поехали. При работе развертка выдает вот такие вот стружки, довольно толстые. После первого прохода у нас получилась вот такая вот штука. Чудеса.